Чтобы стабилизировать ситуацию в энергетическом хозяйстве и облегчить жизнь проживающих в СНТ, Министерством энергетики Российской Федерации было решено предоставить жителям садовых товариществ возможность передачи общих сетей на баланс Мособлэнерго. Мы все прекрасно понимаем, что сети, построенные 10, 15, 20, 30 лет назад, изнашиваются, требуют ремонта, и у садовых товариществ иногда не хватает средств для того, чтобы обеспечить на их ремонт. А для того, чтобы обеспечить электроснабжение нормальным, нормативным, соответствующим нормативным требованиям, приходится туда достаточно много вкладывать. В территориальном отделе Расторгуева 16 садоводческих товариществ. С председателем каждого у руководителя Татьяны Поляковой отлажена связь. На встречу с сетевой организацией пришло много людей. Есть те, кто очень заинтересован в передаче электрохозяйства Мособлэнерго. СНТ маленькая, всего лишь навсего 18 человек, но из них 5 человек на деревенском свете, а у нас свет 13 человек всего. Спасение наше, потому что мы уже вот так вот сыты этим. Дело в том, что СНТ Лопатин расположена в черте деревни Лопатина. И мы оказались просто внутри деревни, но с СНТовскими проблемами. На встречу с председателями садовых товариществ приехали представитель домодедовского филиала Мособлэнерго Александр Штейнфельд, советник главы администрации Ленинского городского округа Александр Усков и начальник территориального управления Михаил Рассказов. О плюсах передачи сетей было сказано просто и доступно. Чтобы вы прекратили, как говорится, не понимать ситуацию, связанную с поломкой трансформатора. Когда и в какие регламентные сроки, и кто ее отремонтирует. Какие сети у вас требуют реконструкции или ремонта. С бесхозяйными сетями. То есть привести в порядок вот это, как говорится, хозяйство. Представители СНТ смогли получить ответы на свои вопросы, в числе которых был порядок передачи сетей Мособлэнерго, необходимая документация и другие. Вы должны единогласно принять такое решение в своих садовых товариществах. Все ваше имущество, оно у вас на равные части делится по вашим уставам. Вы это все прекрасно знаете. Поэтому не может один председатель решить и сдать сеть вот там на баланс сетевой организации. В случае передачи электросетей садового товарищества Мособлэнерго последний займется изучением износа сетей. В случае необходимости составит план работ по ремонту. В общем, будет обязан обеспечить качественным предоставлением электроэнергии в дома СНТ. Пока эта работа только начинается в Ленинском городском округе, и подобные встречи пройдут во всех территориальных отделах. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.